В этом году из-за неблагополучной ситуации в сельском хозяйстве у полеводов сдвинулись даже сроки техосмотра техники. Последняя приемка проходила 1 июня в ЗАО «Степное». Обычно техосмотры проводят в апреле перед началом посевной кампании в мастерских хозяйств. Нынешнюю ситуацию называют форс-мажором, но деваться некуда. Графики пришлось сместить. Инспекторы идут аграриям навстречу и выезжают прямо в поле. Держать технику на приколе в горячую пору просто немыслимо. Звуковой сигнал исправен, световые приборы в норме, в порядке, также документы, рулевое управление и тормоза. Инспектор досконально проверяет все характеристики. Оснащение нормальное, то есть огнетушители, аптечки, все присутствует. Техническое состояние удовлетворительное, то есть все работает, что положено работать. Если, например, не прошел техосмотр, техника, и она попала в какую-то сложную ситуацию, типа аварии или что-то, тогда совершенно другая форма ответственности уже идет у собственника. Тракторы, комбайны, погрузчики, экскаваторы, прицепы. Осмотру инспектора подлежит вся самоходная техника. Но, как отмечает в Гостехнадзоре, в последнее время сельскохозяйственные предприятия выставляют к осмотру небольшое количество машин. Так, в Степном числится более 40 единиц техники. Покажут только 13. Работает в полях только то, что жизненно необходимо.